Традиционный олимпийский марафон в 14-й раз прошел в Греции. Почти 800 спортсменов из разных стран начали забег у подножия Олимпа ранним утром. Впереди дистанция 44 километра. Марафонцам предстоит тот же путь, который проделывали паломники в древности. Они поднимались на Олимп, чтобы поклониться Зевсу и другим богам. Согласно древнегреческой мифологии, эти боги жили на вершине священного Олимпа, поэтому их часто называли олимпийцами. Первые 6 километров дистанции пролегают по асфальту, мимо полей и небольших поселков. Потом трасса уходит в горы. Спортсмены бегут по лесной тропинке, поднимаясь все выше к обители богов. Горы встречают каменистой тропой. Изнуряющая жара для многих – испытание. Марафонцев в пути подбадривают болельщики. И вот первый победитель среди мужчин. Это испанец Артис Эхея. 44 километра он пробежал за 4 часа 24 минуты и 26 секунд. Среди женщин первой финиширует спортсменка из Нидерландов Рагна де Бац. Ей дистанция покорилась за 5 часов 18 минут и 20 секунд.